реально ресторан. Заходим в ресторан. Вот и он. Смотрим очередь. Сейчас через 5 минут здесь еды вообще. Это яблоки. Груши, персики, овощи. Ну, короче, как в автобусе. Это ресторан для такого количества людей. Конечно, очень-очень много. Везде очень. Это вот бар. Ну, бар пива. А он тебе даже не нравится. Нет. Но вот сейчас практически уже наверняка не сядет на стол. Все банит. И стоят где-то в районе 20-30 минут. И когда первая волна схлынет, тогда уже можно будет сесть во второй волне, но там уже не будет посуды, не будет чашек, будет грязная посуда. Это чай. Там